Всем привет. Да, меня зовут Сергей Чекуенок, я работаю в компании «Одноклассники», и я занимаюсь мессенджингом, веб-частью мессенджинга. Совсем недавно мы добавили туда доступность, и сейчас, вот прямо сейчас у нас есть эксперимент, с помощью которого мы раскатываем доступность на всю аудиторию «Одноклассников», смотрим, нет ли каких-то проблем. Пару слов о том, что же такое ОК-сообщение. Это довольно большой и сложный проект, существует уже много лет. У этого проекта довольно большая аудитория, 2,5 миллиона пользователей в месяц. У нас используется общая кодовая база и для десктопа, и для мобильной версии. Нам приходится работать на всяких экзотических устройствах, это старые браузеры, в том числе даже на телевизорах. Да, я вот сам был удивлен, когда узнал, что люди реально общаются через телевизор в этом мессенджере. И вот пришлось сделать какие-то изменения для того, чтобы это все работало. И то, что немаловажный фактор, это то, что мессенджер у нас является не самостоятельным проектом, то есть не самостоятельный раздел на сайте, а часть портала. То есть мы загружаем портал, на этом портале открывается мессенджер, помимо него есть еще куча других проектов, и все это должно вместе как-то работать. Вот. Так как для меня добавление доступности – это был, в принципе, первый опыт, я… Первым делом, конечно же, пошел разбираться, как это делают другие, как в интернете решают эти проблемы, и начал следовать всем лучшим практикам. То есть, вот я прочитал как раз-таки про ARIA-атрибуты и расставил эти атрибуты у элементов, прочитал про роли, точно так же добавил элементам необходимые роли, настроил линтеры, которые будут подсказывать мне, что где я ошибся, чего не хватает и так далее. Ну и, соответственно, проверил с клавиатуры, чтобы можно было взаимодействовать с приложением. Но на практике оказалось, что всего этого недостаточно для того, чтобы сделать действительно доступным приложение. То есть для того, чтобы люди могли хорошо, удобно и логично с ним взаимодействовать. А что же на самом деле помогло нам для решения этой проблемы? Первое, это, конечно же, мы работали вместе с нашими коллегами, которые занимаются у нас доступностью, для того, чтобы они говорили, насколько им понятно, насколько логично все взаимодействие в мессенджере, насколько они понимают, что сейчас можно сделать, куда они попали. Следующий момент – это обязательное тестирование через скринридер. То есть оказалось, что простого нажатия на Tab с браузера, с клавиатуры недостаточно. Нужно обязательно проверить через скринридер. И такой очень важный момент – это использование нативного веб-API. К сожалению, на данный момент такой уже немножко забытый навык для современных разработчиков, потому что все пользуются фреймворками, все используют какие-то готовые решения. Вот. И чуть подробнее давайте посмотрим на последних два пункта, как это помогло улучшить работу с мессенджингом. Итак, работа со скринридерами. Мы попробовали… через NVDA, так как наши тестировщики работают именно с ним, поставили его, то, к сожалению, он ставится только на Windows, и начали проверять, как работает мессенджер через NVDA. То есть это такой, да, это скринридер, плагин ставится это в систему, и он меняет взаимодействие пользователя с приложениями. В частности, он вводит два таких понятия, как Browsing Mode и Focus Mode. Чем они отличаются? Они отличаются тем, что фокус-мод, режим фокуса, когда у вас стоит фокус на элементе, вы получаете там события с клавиатуры. Если же у вас стоит фокус на элементе в браузинг-мод, вы этих событий не получите. То есть если ваше взаимодействие основано на том, что нужно как-то работать с клавиатурой, вам обязательно нужно переводить элементы в фокус-мод. Но каким образом нам перевести элемент фокус-мод? К сожалению, это вещь, которая никак не стандартизирована и не описана в спецификациях. Поэтому пришлось полезть прямо в исходник NVDA, к счастью, он доступен на GitHub, и посмотреть, а что же нужно сделать для того, чтобы фокус на элемент переводил его в фокус-мод. Вот я приложил ссылочку и скриншот небольшой. Вот функция называется Should Pass Through, то есть нужно ли пробрасывать элемент, события в элемент. Вот. И там описана логика, по которой NVDA понимает, нужно ли перевести элемент в режим фокуса или нет. В моем случае, в частности, это была проблема с
элементами с ролью list и list item. Вот в этом случае NVDA focus mode не переводит. Нужно обязательно сделать это меню и меню item. А, к слову, JAWS на list item переведет фокус. То есть вот в этом как раз таки, в таких нюансах отличается работа в разных скринридерах. А, следующий момент – это использование DOM API. А, в чем он заключается? Когда я исследовал, как делают какие-то готовые решения на другие ребята в других компаниях, оно выглядело примерно следующим образом. Делаются какие-то компоненты, делаются абстракции и говорят, вот, ребят, если вы хотите добавить доступность, берите вот эти компоненты, ставьте, и все будет работать. Что это означает для уже существующего, работающего проекта? Это значит, что нам нужно переписать все уже работающие интерфейсы на вот эти вот новые компоненты. То есть помимо того, что нам придется проделать очень большую работу с переписыванием, нам придется еще и сталкиваться с нюансами, когда вот эти компоненты, они не учитывают какие-то нюансы нашего конкретного интерфейса. То есть придется потратить очень много рутинной работы для того, чтобы сделать вот нужное взаимодействие для доступности. Однако, если посмотреть на ARIA, на спецификацию ARIA, на ARIA-атрибуты, то можно заметить, что это очень логичная спецификация, которая описывает взаимодействие между элементом. И для того, чтобы, вот как скринридер работает, он читает эти ARIA-атрибуты и начинает взаимодействовать с страницей, мы точно так же можем написать какие-то скрипты отдельно, то есть отдельно от компонент, отдельно на уровне всего приложения, для того, чтобы они точно так же взаимодействовали с этими элементами, с этими ARIA-атрибутами и обеспечивали необходимую функциональность. Давайте посмотрим на конкретный пример. Возьмем задачу с Focus Trap. Довольно популярная задача – удержать фокус на элементах внутри какого-то блока. И вот я взял React как самую популярную библиотеку и вот такой вот модуль – Focus React Trap. Focus Trap React, вернее. Он вроде бы довольно-таки простой. То есть мы берем компонент, который предоставляет этот модуль, заворачиваем в него наш блок, который, где мы хотим удержать фокус, и вроде бы все. Однако, если почитать дальше, то выяснится, что есть проблемы с тем, как это работает в strict моде в 18-м реакте, что есть определенные сложности, если вы захотите это интегрировать в компоненты, которые написаны на классах. Да и в целом кажется, что 28 килобайт кода только для того, чтобы удержать фокус внутри блока, это как-то немножко многовато. Как бы можно было бы решить эту задачу с помощью Web API? Мы подписываемся на событие, называется Focus Out. Это событие срабатывает, когда у какого-то элемента теряется фокус. И внутри этого события мы знаем, есть два свойства, target и related target, с какого на какой элемент перешел фокус. И у них мы можем получить общий контейнер. Ну, в данном случае это элемент с атрибутом ARIA modal. И мы просто сравниваем их. То есть если у элементов этот общий контейнер он одинаковый, значит все нормально, ничего не меняем, ничего не трогаем. Если же он поменялся, значит фокус ушел за пределы нашего контейнера, и нужно вернуть его обратно. Вот. Конечно же, это ни разу не продакшн-код. Не стоит его прям вот этот вот в таком же виде использовать. Реальный код, он немножко сложнее. Вот, но, тем не менее, это демонстрация подхода. То есть с таким подходом все, что нужно сделать, это разметить контейнеры атрибутом ARIA modal. То есть не нужно протаскивать компонент, просто делаем разметку нужными атрибутами. И вот таким же образом у нас работает более сложный механизм, который связывает контекстное меню. То есть у нас есть какой-то элемент, клик на который вызывает контекстное меню. Вот именно таким образом у нас работает общий механизм. Этот механизм добавляется один раз на все приложение. То есть разработчику не нужно задумываться о том, надо добавить его или нет. Он добавляется один раз, и он сам отслеживает действия пользователя. То есть если мы открыли какое-то контекстное меню с триггера, мы перебрасываем фокус, обеспечиваем там навигацию с помощью стрелок вверх-вниз, а если меню закрывается, мы перебрасываем фокус обратно на наш вот этот вот триггер. То есть таким образом нам не нужно придумывать какие-то специальные компоненты, мы решаем эту задачу просто разметкой ARIA-атрибутов. Итак, какие хотелось бы сделать выводы?
Первое. Всегда проверяйте ваш проект через скринридеры. К сожалению, проверка через клавиатуру этого недостаточно. Не всегда достаточно. Особенно, если у вас очень сложные приложения, очень сложный интерфейс. Старайтесь использовать возможности Web API, потому что они очень сильно позволяют упростить работу. То есть не надо переписывать на какие-то отдельные компоненты, на отдельные там, абстракции сущности. Можно воспользоваться Web API, его вполне достаточно для того, чтобы работать с любым фреймворком абсолютно. Вот. И всегда ищите способы для того, чтобы упростить разработку, упростить добавление доступности, чтобы это не превращалось в какую-то отдельную большую сложную задачу, а чтобы это можно было просто вот расставить атрибуты и как можно быстрее добавить поддержку вот этих вот доступных интерфейсов. Вот у меня все. Спасибо большое за внимание. Ты есть готовые реализации фокус-трапа. И почему решил писать свое? Я имею в виду, что есть примерно такой же код, где-то, по-моему, вот там на... Я не помню, где-то на ВЦАГе, там вот есть ссылочки о том, что вот есть у нас не репозиторий, а список вот рекомендуемых способов реализации каких-то компонентов. Вот. И вот там вот есть как раз фокус-трап, почему его не взял? На самом деле много причин. Первая причина — это то, что у нас очень серьезное требование по объему кода, потому что, добавляя новые там какие-то библиотеки, у нас увеличивается размер бандла, и тем самым у нас снижаются показатели активности пользователя. Мы это уже не раз проходили. Вот. А второе — это то, что зачастую все эти библиотеки, они могут учитывать какие-то нюансы, которые не используются в проекте, и не учитывать те нюансы, которые используются в нашем проекте. Поэтому здесь проще всего было написать какую-то свою реализацию. То есть я не призываю всех писать по-своему. Это просто была скорее вот как демонстрация подхода. То есть не обязательно прям взять и менять. Это просто демонстрация того, что вместо добавления это в каждый компонент, можно просто добавить сверху, там, на целый боди навесить это событие, и у вас будет работать фокус-трэп, просто размечайте атрибутами и все. Пробовал ли вы то же самое делать в VoiceOver? Ты рассмотрел NVDA, это все здорово, как бы классно, но мы на маках, как обычно. Что с VoiceOver? С VoiceOver еще пока не добрался до него. То есть, так как у нас основная аудитория, она все-таки пользуется Windows и работает именно в том числе с NVDA, то пока что тестировали там. То есть, наверняка в VoiceOver будет примерно похожее поведение, но мы до него еще доберемся. Хорошо, спасибо. Так, и у нас еще вопрос. Привет, спасибо за доклад. Интересно было бы узнать, вот ты рассказал про то, что нужно тестировать веб-доступность с помощью скринридера, и с помощью клавиатуры это не всегда можно выявить, да, какие-то моменты особенные. А есть ли у вас автоматизированное тестирование веб-доступности, допустим, там плагины, подключенные на Storybook, или же плагины там для Jest'а того же самого? Пока таких решений нету. Вот мы только вот начинаем, скажем так, осваивать эту сферу. Поэтому на данный момент пока что мы тестируем это все вручную. Тогда такой вопрос: а планируется ли вообще вот автоматизированное тестирование? Я думаю, да. Я думаю, мы займемся этим вопросом, потому что действительно каждый раз протыкивать табом весь интерфейс — это не очень удобно, особенно когда он такой большой, как в мессенджере. Вот я думаю, да, мы этим займемся чуть попозже. Спасибо.